Министр финансов Авигдор Либерман направил письмо главе правительства Нафтали Беннету, требуя провести срочное обсуждение ситуации, сложившейся с переводом компании Яндекс в Израиль. Ранее он уже пытался помочь сотрудникам компании в решении проблем, препятствующих смене локации. Речь идет о рабочих визах для программистов-неевреев и гарантии свободного передвижения по миру. Напомню, что основатель Яндекса Аркадий Волош заинтересован перевести штаб-квартиру фирмы в Тель-Авив, а также сотни программистов, инженеров и представителей других технологических специальностей.